Всем привет! Привет! На канале господина! Что мы будем сегодня делать с тобой? Клеить! Клеить будем мы? Нюшу! Нюшу собирать, да? Да! Из шарика и из заготовочек. Да. Ну, давай начнем? Да. А потом будем сюрпризы, да, открывать? Да. Давай начнем. Сделали мы вот такие заготовочки здесь. Такие. И будем их клеить сейчас. Так, начнем мы, наверное, с глазок. Держи шарик, держи шарик. Будем, да, клеить будем глазки сейчас. Да, сюда будем на шарик клеить. Давай, шарик давай. Вот. Так вот приклеим глазки мы сюда. Сейчас я тебе покажу. Сейчас мы приклеим. Глазки. Подожди, подожди, отпусти. Глазки, видишь? Красивенькие такие. Держи вот так вот. Ты вот так вот держи, а я буду клеить их. Хорошо? Да. Держи вот так вот. Я буду клеить. Давай. Теперь мы приклеим носик. Носик. Да, носик приклеим. Я сама. Только правильно приклеивай. Давай. Вот сюда. Так вот на пятачок. Все, 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 отпускай. Вот. Держи вот так. Сейчас приклеим ротик. И ротик приклеим. Ты приклеишь, конечно, я тебе дам. Ой, отлетел. Держи. Ротик, держи. Тихонько там. Сейчас обратно его приклею. Нужно подождать маленько, чтобы он подостыл. Подсох маленько. Вот, давай, ротик. Вот, тихонько. Все, поправляем вот так сразу. Это лишние клеи мы. Маленько обтерем. Вот. Держи вот так вот. Так, теперь приклеим мы ручки. Ручки приклеим. На. Нет, нет, это кверх ногами будет. Вот так и нужно. Так, приклеим. Вот сбоку, тихонько. Так, все, все, все. Так, вот маленько прыгнем. Держи. Вот за вот пипку, держи вот за пипку. Да, они уже красивые у нас уже получается. Я буду приклеивать. Давай, приклеивай, держи. На другую сторону, вот сюда. Сюда приклеивай. Да не кверху. Вот, все. Отпускай. Да вот. Не кверх ногами. Нет, не кверх ногами. А вот это кверх ногами. Держи вот так вот, за пипочку держи. Сейчас приклеим ножки. Алиночка, тихонько там. Тихонько. Я буду. А можешь, да, вот так вот держи. Подожди, не приклеивай. Сейчас я вторую помажу и приклеим вместе их две. Шарик поднимем. Вот так вот. Одну вот сюда. А вторую вот сюда. Вот. Давай, вот так вот. Вот, все, отпускай. Вот такая. Красавица Нюша получилась, да? Подожди, ее не ставь, пусть ножки подсохнут. Держи вот так. Так ее повыше держи. Получилось? Сейчас они подсохнут. Я пока намажу косичку ей. И, ой, тихонько. И приклеим косичку вот сюда. Вот так вот. Ой. Отлетела. Поднимай ее. Куда? Не высохла, да, еще? Давай. Вот сюда ее. На место. Вот такая Нюша. Приколенькая получилась, да? Да, я подержу. Подожди. Вот за вот эту пипочку держи. Не можешь? Приклеилась она.
Вот так вот. Ну давай я подержу, пока она подсохнет, а ты будешь открывать сюрприз. Да? Давай, открывай какой-нибудь. Вот такой. Я Нюша, вот такая. Буду смотреть, как Поля сюрприз открывает. Да? Так вот сядем. Чего никак? А с краешку вот здесь вот распечатывай. Не можешь? У тебя что, зубок нету? А, вот. Смотри, Нюша, сейчас мы посмотрим, какой нам Полиночка сюрприз там найдет. А вот она смотрит так. Не смотрит. Смотрит? Как это не смотрит? Она не смотрит. А ты же еще не распечатала даже. Давай, отодвигай это все. Угу, в сторонку шоколадку. Нажать? Да. Давай, нажму. Так вот. Опа. Ой, что это такое? Ну давай смотри дальше. Вот. На вкладыше-то что нарисовано? Что там у нас вот такое попалось? Ну-ка дай гляну. Что это такое? Браслетики. Браслетики? Всё. Это какие-то стрелялки? Стрелялки, что ли? Ну-ка, дай я посмотрю. А я стояла стрелялка. Чё это? Змей какой-то. Горыныч какой-то, да? Какой-то Горыныч нам попался. Ой, Нюша у нас упала. Так его не сюда надо, Поля. Его нужно между собой вот так соединить. Сейчас я тебе покажу как. Ну давай открывать будем теперь собачку. Как никак, давай откроем. Так, мармеладки тут попались у нас. Ну-ка. И попались нам вот такой щенок. Скотч-терьер. Скотч-терьер такой. Барни. Барни маленький. Да-да-да, красивый. Откроем, что ли? Давай, открою. Вот. Ну-ка покажем его. Щеночек вот такой. Прикольненький, да? Прикольненький такой щеночек, да. Желтый у него ошейничек. Прикольненький такой. На, посмотри. Так, щенка зовут Барни. Барни маленький, скотч-терьер. А вы знали, что скотч-терьер единственная собачка, которая умеет улыбаться при виде знакомого ей человека? Полина знала? Да. А еще они очень решительные и настойчивые. И даже немного упрямые, особенно когда дело касается обеда. Да, вот такой. И Нюша нам попалась. А в яичке-то нам что попалось? Вот такая стрелялочка же, да? Вот такая стрелялочка. Прикольненькая. Да у тебя не получится ее стрельнуть. У тебя пальчики маленькие, я ее просто покажу. На, посмотри.
прикольная собачка. Не сидит, что ли? Сидит. Да. Нюша, Нюша, привет, привет, да? Ой, падает. Да, стрелялочка вот такая еще попалась. Я стрелять не буду. Не будешь стрелять? Ну все, что ли, тогда? Да. Ставь лайк. Подписывайся на канал Мисс Фоля. Пока-пока.